Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители, подписчики. С вами я, Антон, и я продолжаю проходить игру Surgeon Simulator 2013. Итак, мы продолжаем проходить амбулаторные миссии, то есть в машине скорой помощи. И у меня вот первые две операции из этой серии, так скажем, из этой главы амбулаторных операций прошли невероятно успешно. Первое на пятерку я сделал, ну это в бонусном видео, думаю, смотрели. Так-то я на 4 сделал, но будем считать, что на пятерку. Первое я выполнил с первого дубля на пятерку с двумя плюсами, я просто охренел. А вот на мозг, давайте проверим, продолжится ли это хорошая, удачная тенденция. Давайте. Так. Берем вот эту замечательную пилу, которая нас уже не один раз спасала. Ох, как резко все подпрыгивает. Давайте кинем куда-нибудь вот сюда, а то мало ли. Давай же, ну. Так, есть скальпеля. Так, есть. Давай. Отлично. Теперь... Да уйди ты. Ну давай, берись. Отлично. Что нам? Yes, нам поставили пятерку. Блин, отличная тенденция, знаете ли. Очень профессионально. Я бы даже сказал, выполнено. Ну, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, вот так вот. Отлично, мы прошли все амбулаторные миссии на пятерке. Все миссии в операционной на пятерке. Остались миссии в космосе. Но я их проходить не буду, потому что они невероятно сложные. Я ни одну из них не прошел. Я просто вам покажу примерно, что это такое. Что из себя представляет операция в космосе. Но это уже будет в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр, с вами был я, Антон, не забудьте на меня подписаться, поставить под этим видео лайк, вступите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках, читайте меня в Твиттере, всем удачи и всем пока.